Всем доброго времени суток, всем привет. Сегодня приготовим котлеты как люля-кебаб. Я взяла 300 грамм говядинки, 300 грамм свинины и 100 грамм сала. Можно соленого, можно свежего, у меня соленое сало. Лучка, 2 небольших таких средненьких, 200 грамм примерно. Перекручиваем все на мясорубку, превращаем все в фарш. Так как я буду котлетки жарить на сковородке, вернее, люля-кебаб мои будут на сковородке жариться, я добавлю сюда в фарш одно яйцо. Итак, добавляем яйцо. Если я жарила на шампурах, яйца бы не клала. Отправляю чайную ложечку специй, например, чесночка сушеного, можно пару зубчиков свежего. Чайную ложечку положим соли, перца черного молотого с пол чайной ложки. Ну, а там уже берите по вкусу специи, соли, это все по вкусу берется. Я кладу по своему вкусу. Хорошо-хорошо вымешали фарш и отбиваем раза в 20. Вот так. Ну, так как я делаю люля-кебаб, конечно же, добавлю щепотку зиры. Можете не добавлять, я добавлю, чтобы все-таки вкус был похож на люля-кебаб. Итак, отправляем зиру в ступу или молотую берите щепотку, уже готовая. У меня молота закончилась, вот как видите, размололи в ступе. Все, отправляем вот эту щепотку в фарш. И опять хорошо вымешиваем и опять слегка отбиваем, так как я уже хорошо его отбила. Перевешиваем, хорошо мешаем, минутки 2, потом отбиваем раза в 10-20, тогда будет хороший фарш. Берем масло, ложек 5, выливаем в сковородку. Мочим руки и лепим такие вот котлетки длинные, то есть как люля-кебаб. Они лепятся очень легко, вот так вот крутим в руках и вытягиваем, чтобы длинная по всей руке была котлетка. Ну а там можете хоть обычные простые котлетки пожарить, но фарш у вас очень вкусный получается. Итак, лепим таким вот образом. Отбиваем руки, прижимаем и вытягиваем котлетку. Показываю медленно, чтобы было понятно. Прижимаем и вытягиваем как бы котлетку. Вот так, никаких проблем. Все, котлетка длинная у нас готовая по всей руке. То есть люля-кебаб в домашних условиях на сковородке. Все, слепили котлетки, так весь фарш. Перед жаркой фарш желательно охладить, тогда фарш легко слепливается. Если вы на шампурах готовите, вообще прекрасно, от шампуров не отваливается. Итак, берем котлетки в руки смело, не боимся, сковородку разогрели на выше-среднем огне. И теперь поправили котлетку и выкладываем на сковородку. Жарим по 3-4-5 штучек, немного, чтобы удобно было переворачивать. Вот так кладем на сковородку. Итак, все котлетки жарим. У меня получилось 12 котлет. Люля-кебаб, вернее, извиняюсь. Переворачиваем вот таким вот образом на длинную лопаточку. Ну, а там как уже сможете, так и переворачивайте. Я так переворачиваю. Перевернули, жарились они минут 5 на одной стороне. Переворачиваем, закрываем крышечкой и еще минут 5. 10 минут достаточно. Итак, накрываем крышкой, жарим чуть выше, чем на среднем огнечке. У меня конфорка на 7 стоит, для меня это нормально, вы смотрите по своей печке. Прошло 5 минут еще, вернее всего 10 минут. Выкладываем наши люля-кебаб на блюдо. Присыпаем лучком маринованным и подаем на стол. Рецепт оставлю под видео в описании, а еще под видео в описании есть ссылочка на наш семейный канал, на Instagram. Заходите, подписывайтесь. Ну что ж, всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые пожелания. Скажи, Калино, де вас? Як попала ти сюди? Ти скажи, скажи, Калино, як попала ти сюди? Як то ранюю, да не весно. Взял, да мане калино,
посадить в своем саду. Понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!